Без новых технологий IT-кадров не может развиваться и телевидение, стандарты которого улучшаются принципиально едва ли не каждый год. Один из самых главных прорывов случился с приходом так называемого HD-формата, то есть формата высокой четкости. На него Белтелерадиокомпания, в том числе и главные эфиры, планируют перейти уже на следующей неделе, 30 марта. Сейчас заканчивается большая работа, подходит к концу тестирования закупленного и установленного оборудования, и в ночь с четверга на пятницу будет осуществлена перекоммутация. С программы «Добрая разница, Беларусь» начнется вещание в HD. Именно в таком формате начнем отдавать сигнал за пределы компании, и первыми его должны увидеть абоненты кабельных операторов и IPTV Минска и Минской области. До ноября этого года планируется предоставить возможность принимать такой сигнал абонентам по всей стране. Работа будет вестись постепенно. Если обратиться к цифрам, то HD состоит из 2 миллионов пикселей. Это в 5 раз больше деталей, чем при изображении стандартной четкости. Ну, значит, теперь картинка в кадре будет более естественной и привлекательной. Как подготовиться технически и морально к переходу на HD? Факты, цифры, инструкции в обзоре у Дмитрия Титова. Все помнят, как несколько лет назад мы сдували пыль со старых процессоров и всей страной переходили с аналогового ТВ на цифровое. Нажав на рубильник, переключились на новое оборудование, которое стало основой для трансляции в формате HD, сокращенно с английского High Definition – высокое разрешение. Что изменится? Помните, как в песне «Фотографии 9 на 12»? Так теперь соотношение сторон экрана телевизора будет 16 на 9. И картинка не будет сыпаться. Забудем про квадратики на экране. Можно рассматривать изображение с более близкого расстояния и получать удовольствие от трансляции на экранах любых размеров. Конечно, больше работы теперь будет у гримеров и осветителей. Четкое телевидение не пропустит ни одной тени или блестящего лица. Но главное остается за техниками. Менялись тонны оборудования от пультов управления и проводов в режиссерской до видеокамер и экранов студии, те, которые за спинами ведущих. Они уже могут транслировать даже в формате 4К. Улучшается не только картинка, но и звук. Становится объемнее, окунает и переносит в центр событий. Тут вспомним золотые слова Dolby Digital. Теперь они будут применимы не только к кинотеатрам, но и к домашнему просмотру. Во-первых, практически все проблемы решит современный телевизор. Посмотрите при его покупке, чтобы в инструкции фигурировали эти две буквы. В любом магазине техники сейчас продаются такие модели. Модем, который у вас дома, уже нацелен на качественный сигнал. У абонентов цифровых пакетов должна быть настроена специальная частота. Как правило, это все происходит автоматически, без вашего участия. В крайнем случае, оператор колл-центра любого провайдера подскажет, как это сделать в 2 клика. Не надейтесь, что телевизоры с кинескопами выдадут вам Голливуд, но старые ТВ никто со счетов не списывает. Операторы электросвязи сохранят также версии в стандартной четкости. Назад уже дороги нет. HD-видео уже в каждом телефоне, хотя этот формат изначально создавался для нужд кинематографа, промышленной и даже научной съемки. Сегодня более 2 миллионов абонентов в Беларуси уже могут видеть телевидение высокого разрешения. Переход на вещание в формате HD, конечно же, эпохальное событие для Белтелерадиокомпании, для наших зрителей. Как когда-то событием с большой буквы было появление первых телеприемников в квартирах белорусов. Шли десятилетия, менялся дизайн, технологии и качество картинки. Однако у телевизора, как бы он ни выглядел и что бы ни показывал, оставался неформальный статус члена семьи. Он видел все. И мы постарались его глазами посмотреть на несколько десятилетий. Агентство теленовостей подготовило серию видеороликов, которые помогут нам увидеть себя со стороны. Лен, открой! Здравствуйте, Леночка! С приездом! Рада видеть вас! Свежие конфетки! Ну, вперед, 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 вперед! Вперед, ребятки! Блин, подожди минутку. Так, что у нас по телевизору? Чистяков, а... Одно и то же. Андрюх, у нас труп. О, то, что надо. Вова, что ты сделал? Смелее пробуй час. Нет, ну пусть боится нас. Алися, в образ на великий экран.
Призыв к науке на грани фантастики. Хотим, чтобы вы были реалистами. Трудолюбием, любим. Изучим вместе тему недели, чтобы узнать перспективу на многие годы.